Вы мечтаете о профессии архитектора или дизайнера? Хотите стать высококлассным мастером, проекты которого войдут в историю архитектуры? Хватит мечтать! Пора принимать решения. Воплотить ваши мечты в жизнь вам помогут высококвалифицированные педагоги, архитекторы, художники, дизайнеры с большим опытом творческой работы. Но качественное художественное образование – это не только отличное знание теории, это и виртуозное применение полученных знаний на практике. Так, большой удачей можно назвать проект аллеи маршала Покрышкина. Тематика проекта связана с формированием облика главной городской магистрали и создание имиджа Новосибирска, направленного на патриотическое воспитание. Имидж родного города для меня не пустые слова. Приложить свои знания и талант к созданию красивого проекта для Новосибирска и увидеть его реализацию своими глазами – вот достойное применение моей будущей профессии архитектора. Студенты вуза также приняли участие в реконструкции масштабного мозаичного панно «Покорители Оби», расположенного рядом с Новосибирской ГЭС. Для меня это было как исполнение мечты. Ты видишь, что ты можешь участвовать в жизни города, ты можешь менять его к лучшему. И более того, для меня важно было увидеть неравнодушие людей. Для них это важно, и мы это делаем не только для себя. Я это делаю не только для себя, я это делаю для них. И это прекрасно. Под чутким руководством наставников талантливые студенты сегодня, завтра станут востребованными молодыми специалистами и средоточием творческого сообщества нашей страны. Хочу ли я добиться в жизни многого? Готов ли я к самореализации и успеху? Ответь себе на эти вопросы и действуй! Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия осуществляет подготовку архитекторов, архитекторов-дизайнеров, художников монументально-декоративного искусства, дизайнеров, а также специалистов в сфере градостроительства. Телефон приемной комиссии 227 18 20.